Жителей Тобольска приглашают за вкусными и полезными покупками. 12 июня в городе открылась выставка-продажа камчатской рыбы. Всего более 30 сортов холодного и горячего копчения. Как идет торговля, расскажут мои коллеги. В таком изобилии дальневосточная рыба в Тобольске еще никогда не водилась. В шатре, расположенном на базарной площади, выставка-продажа деликатесов с Камчатки. Настоящий праздник для истинных гурманов. Гурманы ищут красную икру, очень любят кальмар горячего копчения, потому что он очень нежный и очень вкусный. И креветка, морская креветка, королевская, в определенном вкусном маринаде, просто необыкновенная. Приходите, пробуйте, вкус изумительный. Всего на прилавке более 30 видов рыбы. Чавыча, кижуч, нерка, омуль. Коптят ее по специальным рецептам. Это позволяет сохранить полезные качества продукции. Разнообразие деликатесов впечатляет. Кальмары, осьминоги. В продаже также настоящая красная икра. Мы взяли чавыча, тещу чавыча и нерку. И очень такие деликатесы, мне кажется, мы не пробовали никогда. Поэтому с радостью взяли эту продукцию. Выставка камчатской рыбы проходит с 12 по 16 июня в шатре, расположенном на базарной площади. Игорь Канев, Тюменское время.